Лизурус Гарднера предпочитает произрастать на перегнойных грунтах, оккультуренных почвах и пастбищных участках местности. В тропических, умеренных и субтропических областях земного шара такой вид грибов можно увидеть очень редко. Его первичное описание и обнаружение было осуществлено на одном из островов Шри-Ланки. Сейчас Лизурус Гарднера был найден также на территории Австралии, Северной и Южной Америки, Индии. В некоторых европейских регионах, в частности в Великобритании, Португалии, Франции, Германии. Определенного сезона плодоношения у этого вида гриба нет. Лизурус Гарднера в незрелом виде имеет плодовое тело шаровидной формы с диаметром до 3 см. Рацея Птакул имеет цилиндрическую форму, его высота составляет 6-10 см, а толщина – примерно 2 см. Гриб несъедобен, внутренняя часть его плодового тела покрыта полностью плохо пахнущей мякотью, резкий аромат привлекает к этому растению насекомых. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.